Ростелеком совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России представляют шоу «Дети на льду. Звезды». 10 городов, 400 участников и только 2 победителя. Первый тур в самом разгаре. С каждой серией участников становится все меньше. Жюри предстоит решить, кто из юных фигуристов останется в проекте и продолжит борьбу за главный приз. А с кем нам придется попрощаться. Вместе мы станем свидетелями первых серьезных шагов, прыжков и вращений будущих чемпионов на нелегком пути к успеху. Кому из них покорится лед, скоро увидим. В шоу «Дети на льду. Звезды». 15 мая в 13:00 смотрите окончание первого тура шоу на канале «Все ТВ» интерактивного телевидения «Ростелеком».